Мы отдохнули в Финляндии, ненадолго остановились в кемпинге Таавети. Дело в том, что Финляндия нам стала уже такой родной, и когда выбирали место, куда поехать, Пошло, поехало. Что заявили, что придет в Финляндию, потому что там были много раз уже и с Финляндией связаны. На этот раз нам задержали несколько визу, и всего на одну ночь остановились. Смотри, человек от кого-то бежит. Одну уже, который стал таким родным. Вот, а сейчас мы выезжаем в Хельсинки на паром. Вот так выглядят типичные финские дороги. Финляндия очень малонаселенная страна. Но дороги там шикарные совершенно. Все поля аккуратно засеяны, обнаружены. Очень бережно относятся к природе. Очень бережно относятся к здоровью. Постоянно видят финны, которые бегают, поскольку и так далее. Вот сейчас так. Мы едем. Паркинг-тикет. Мы уже приехали в Хельсинки. Паркинг-тикет. Пытаемся заплатить за парковку. Без знания английского license языка plate. Это сделать достаточно Enter тяжело, your car говоря, plate lamp. Первая зона у нас. Car license. Но, тем не менее, мы заплатили. Как у тебя? Это всего €0.5. Мы заплатили. И почему? Там времени было мало. Но мы пошли гулять. In. Что... M. Я включаю камеру, когда мы берем 416 парковочный 4. Мат, выбираем время, на которое мы хана H. Это X будет. 40, да? В видном месте вот только парковочный автомобиль гулять. Как обычно это выглядит. Сейчас мы находимся в центре Хельсинки. Порт. И скоро мы будем садиться на пароход, на паром. Вот там вдали вы видите один большой паром, такой синий, это Silja Line. Это будет не наш паром, потому что этот паром идет в Таллин. А вот там второй, красный, это будет наш. Габриэла, насколько я помню. Их всего два, Габриэла и Мариэла, они абсолютно одинаковые. Один идет туда, другой обратно. Да, вот он, Викинг Лайн, видите? Это наш. Вот, через час мы будем туда садиться. Сейчас мы поставили машину на парковку, но мне кажется, я неправильно оплатил немножечко, там совсем мало времени. Поэтому сейчас побежим назад. Пройдемся немного по центру и все. С бородой, с сигаретой, и упадет, и все. На бороду, и бороду сожжет, да? Да. Никакой противопожарной безопасности. Это классно так, да? Китай. Какой-то странный инструмент. Да, китайцы, да, в парках играют так. Сейчас мы въедем в чрево вот этого огромного корабля. Да.
зашли до магазина. Ну как это пропали, это? Да. Мы поднялись на 11 этаж, но там оказался капитанская палуба. Да. Вот. Сейчас на 10 этаже. Я нахожусь на самой верхней палубе корабля, которая доступна. Вот. Это Хельсинки. Здесь такой же паром, но он ходит на Таллин. А это плоты спасательные. Что? Спасательные плоты. А, пожалуйста. Вот спасательные. Вот плоты. Кирилл, становись. Я тут. Привет, ребята. Народ сверху, смотри, гуляет, ходит. Малюсенькая, смотри. Выплываем из Хельсинки. Это крепость, защитные укрепления, которые служили для защиты города от, для защиты порта с моря. Elas fazem a volta. Ela pega bem na mão. Que bonitinha. Deixa a câmera, então ela tá.